Спустя 3 года после штурма Макина мы планируем атаку на остров Пелелиу. Наша задача — захватить аэродром и подорвать систему снабжения противника. Здесь у нас не только старые знакомые, но и новобранцы. Среди знакомых лиц — Миллер, сержант Салливан и я. Нас... Время! Удачи всем вам! Так оно и есть. Видишь, вместе с ним и разделаемся со всем этим князатри. Вот они. Ублюдки даже не поймут, что их убило. Флот выбивает дерьмо из этого острова 2 дня подряд. Миллер! Как только мы подаем сопротивление на плацдарме, ты садишься на радио и запрашиваешь огневую поддержку. Ройбу, я хочу, чтобы ты как можно быстрее проверил место высадки на линии деревьев. Будь на позиции, когда мы двинемся в луч. Что за черт? Это был один из наших! Твою мать! Восточный хребет! Стойте рядом, Андрей! На позиции! Еще один транспортер! Эй, вы! Быстро! Пригнуться! Вот и чего! Высокоэффективный Waco 81 Азимут 35, дистанция 28, залп. Всем лежать! Что нам делать? Выдвигаемся! И берите сержанта! Дерьмо! Сними их оттуда! Пулеметное гнездо! Ложись! Живо! Так иначе! Вперед! Жги их! Жжёшься! Примкнуть штыки! Если припрёт, пустите их в тело! Веселее! Прорвём на скотчик позиции! Делай план! Вокруг бункера! Вражеские! Их атакуют! Они не собираются сидеть! Дорожи! Пошёл! Смотрите на юг! Ещё один пулемёт! Пулемет! Я за них!
что он там делает? Трое! Они лезут прямо из травы! Сними его! Сжаться вместе! Они в тюрьму! Всем тщательно просматривать местность. Они могут быть где угодно. Хороший выстрел, Миллер! Перегруппируемся у грузовика. Туннели на юго-западе! Превосходно! Я их вижу! Посмотри там! Попробуй занять позицию на фланге! Вызови ракетную ударную позицию! Заградительный огонь, Лейка 2-5, попадание в цель уничтожено. Прекратить огонь. Всем оставаться на тихо! Они уже близко! 15 секунд. Они перебегают! 10 секунд. Вражеский пулемет! Готовы поддержать огнем. Укажите расположение цели. Они приближаются! Цель принята, огонь на поражение. Попадание в цель уничтожено. Прекратить огонь. Десять секунд. Пять секунд. Посмотри там! Попробуй занять позицию на фланге! Попадание. Цель уничтожена. Прекратить огонь. Миллер! Нам надо захватить... Посмотри там! Попробуй занять позицию на фланге! Миллер! Вызови ракетный удар по пулеметному гнезду! Цель принята. Иди в туннели! Заградительный огонь, Лейка 2-5, попадание в цель уничтожено. Прекратите огонь. Готовьте! Там! За мешками! 15 секунд. Миллер! Нам надо захватить их врасплох! 10 секунд. Ложись, проклятие! 5 секунд. Упадем ублюдкам, как снег на голову. Готовы поддержать огнем. Укажите расположение цели. Мы их достали! Бей их! Продолжать огонь! Thank you.
вверх по лестнице! Сбросим их отсюда! Дерьмо! Минометный окоп позади нас! Они прижали наших к земле! Доберись до этих пулеметов и сделай их! Но они приближаются! Выстрели ракеты! Ложи! Они приближаются! Граната! Граната! Укрытие! Танки! Вызывай еще один ракетный удар! Живо! Я их вижу! Координаты получены. Попадание. Цель уничтожена. Прекратить огонь. Залп фугасными на подходе. Парни, приготовиться! Цель принята. Огонь на поражение. Я знаю, они рядом! Промах! Диллиджент 1-6, внесите поправки. Повторяю, внесите поправки в прицел. Есть наведение, уточните цель, прием. Залп по цели. Диллиджент 1-6, внесите поправку. Повторяю, внесите поправки в прицел. Возможен ракетный залп. Подтверждаю. Цель поражена. Просто черт меня дери, волшебно! Хорошая работа. Ребята, готовы нанести ракетный удар по побережью. Что дальше, Сарч? Дочистить местность! Ожидать дальнейших приказов. А все остальное когда? Скоро, Полонский. Скоро. Нет! Салливан! Нет! Держись! Все будет в порядке! Санитара!